В настоящий момент на лечении в медицинских учреждениях округа находится около 1700 пациентов с коронавирусом. Число выявляемых случаев сохраняется в округе на достаточно высоком уровне. По словам заместителя главы администрации муниципалитета Олега Дмитриева, это связано как с повышением эффективности самого тестирования, так и с увеличением охвата населения. Ситуация находится под нашим полным контролем. Большинство случаев болезни мы сегодня выявляем на ранних стадиях. Это делает лечение более эффективным, подчеркнул он и отметил, что резерв коечного фонда достаточен. Из 2301 койки сейчас 607 свободны.